Вторая глава пророка Малахии, мой перевод, и мы читаем его в рамках проекта «Экзегет». И вторая глава продолжает тему первой. В первой Господь очень сурово обличал, очень подробно обличал израильтян за то, что они не признают его любви, за то, что они не отвечают ему любовью. И он назвал одну очень конкретную вещь и подробно ее расписал. Священники не исполняют своих обязанностей. Прежде всего, но и другие израильтяне приносят в жертву то, что попало, что-то ненужное, лишнее, больных, увечных животных. И мы говорили, что это не просто нарушение ритуальных правил, но это проявление неуважения, когда один человек дарит другому то, что ему самому не нужно, лишнюю, бракованную, испорченную вещь. И вторая глава более конкретно про священников. Ну, как те, кто должны приносить жертвы, кто должны, собственно, заботиться о нравственном, духовном и прочем состоянии общества, они несут особую ответственность. Для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, если сердцем не обратитесь к тому, чтобы имя мое прославлять, говорит Господь воинств, я проклятие на вас пошлю, благословение ваше прокляну. Ну, то есть, они благословляют, а Господь проклинает в этот момент. Они думают, что они призывают его помощь. На самом деле, если это делают недостойно, то происходит наоборот. Да, я уже проклял их за то, что не обращаетесь сердцем. То есть, не только угроза, но и сбывшаяся угроза. За то, что не обращаетесь сердцем, за это потомков ваших обличу, а по вашим лицам размажу помет, помет ваших праздничных жертв и уберут вас прочих вместе с ним. Ну, то есть, праздничные жертвы, эти самые животные, которые там приносятся в жертву, они, естественно, какой-то помет они оставляют, пока их не принесли. И вот такое сочетание торжественного праздника и вот этого навоза, которым мажут им лица, довольно резкое выражение, но вообще в Библии много резких выражений. Это не самое еще резкое. И вот не все тут так красиво и благолепно. Да? Здесь речь идет о вещах, которые важны. Если эти вещи важно объяснить так, чтобы дошло, то они могут объясняться очень резким языком. «И узнаете, что заповедь эту дал вам я, что был у меня с Левием завет, говорит Господь воинств». Левий, собственно, родоначальник, один из сыновей Иакова, он же Израиль, один из тех, кто был вот среди братьев, деливших между собой землю, но он не получил земли. Да, я имею в виду колено Левия не получило земли, а получило в удел наследственное богослужение и священство. Да, то есть именно левиты и священники, как часть колена Левия, совершали постоянно это служение, никто другой этого делать не мог. А они, в свою очередь, не занимались какой-то остальной жизнью, не владели землей. «Мой завет с ним – это жизнь и мир. Я внушал ему трепет, и он трепетал, пред именем моим благоговел. На устах его был истинный закон, злодейство не находилось на его губах. В мире и правоте он ходил предо мной и многих от греха отвращал». Ну вот идеал, который когда-то был, нам свойственный идеал искать в прошлом, наверное, когда-то действительно все было новым, ярким, как я уже привожу в этой книге постоянно примеры любви между мужчиной и женщиной, ну как в медовый месяц, вот очень трепетно, бережно и нежно. «Уста священника должны знания хранить, ищут закон у него на устах. Вестник Господа воинств он. Но вы сбились с пути, многих соблазнили о законе, нарушили Левия завет, так говорит Господь воинств». Соответственно, все изменилось в какой-то момент. По крайней мере, вот эти люди, они не таковы, какими должны быть. «Так и я вас свергну в позор, в унижение пред всем народом. Раз не храните вы моих путей, в делах закона вы пристрастны». Ну, тут особо комментировать нечего, уже это повторение одной и той же мысли. А вот дальше, очень интересно, от левитов и священников он переходит уже ко всем израильтянам и начинает, помните, первую главу начинал «Я вас возлюбил», а здесь он начинает обращение к израильтянам с тоже очень сильного утверждения «Не один ли у всех нас Отец?» Смотрите, мы привыкли называть Бога Отцом, но в Ветхом Завете это все-таки не очень часто. Это есть там, это не единственное место. И вот, может быть, именно у Малахии звучит с особой яркостью и полнотой. Но то, что Бог Отец, да, легко его так назвать, есть причина его так называть, это понятно и просто. Но смотрите, если он единый для всех Отец, из этого что-то следует. Не один ли у всех нас Отец, не один ли нас Бог сотворил? Зачем же мы строим козни, друг другу нарушая отеческий завет? Если один Отец, то мы братья, то мы одна семья, а в семье не принято так себя вести.
Вот очень важный вывод. И, конечно же, в Новом Завете, в Евангелии раскроется вот это Авва Отче, это отношение Иисуса к Отцу, которое Он призывает разделить Его последователи, да, и молитва Господня «Отче наш», да, прежде всего обращение к Богу как к Отцу. Это не просто некоторая словесная формулировка, но это вхождение вот в эти отношения Завета, подтверждение этих отношений и выстраивание отношений с теми, кто рядом, кто вместе с тобой это делает. «Вероломен Иуда. Мерзость творится и в Израиле, и в Иерусалиме. Осквернил Иуда святыню, которую любил, и дочь чужого бога в жены взял». Но о чем здесь идет речь? Видимо, все-таки про идолопоклонство, дочь чужого бога, да, какую-то вот статую или какое-то женское божество стал почитать. «У того, кто поступает так, не оставит Господь никого, кто отозвался бы среди шатров Иакова, даже если он жертву Господу воинств приносил». Ну, тоже смысл, наверное, понятен. А если так делать, то, в общем, никакого священства не останется, и вообще мало что останется. «Вот что вы делаете еще. Орошаете жертвенник Господа слезами, стенаете, что не смотрит он на ваш двор, благосклонно не принимает из ваших рук. Спросите вы, за что?» Ну да, человек принес Богу жертву, но при этом он не добился своего результата, как будто это автоматически. Но все-таки думает, что есть какая-то причина. «Вот за что. Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, которой ты изменил. А ведь она подруга тебе и законная жена». Все понятно, пошел по бабам. И может по одной, но во всяком случае, если ты изменил своей жене, то не думай, что Господь не воспринимает это как нарушение завета с ним. Ты изменил всему, не только жене. «Не поступит так тот, в ком остался дух. Что бы сделал такой? Потомство от Бога искал». Здесь очень трудное место, его можно очень по-разному понять. Другие варианты перевода. «Не поступит так тот, в ком остался дух, что же сделал единственный, кто потомство от Бога искал». Авраам искал потомство от Бога, его получил. «Или не единым ли их мужа и жену Бог сотворил и плотью, и духом, и чего ищет единое потомство от Бога?» Трудно однозначно это перевести, там очень испорченное место, но смысл в целом, наверное, такой, что брачный союз ищет потомство от Бога. Конечно, оно не всегда приходит. Конечно, иногда мужчина, не добившись потомства от одной жены, ищет другую женщину. И вот Малахия просто призывает этого не делать. Потомство понималось, конечно, как венец, как цель, может быть, брачного союза. Сегодня это, наверное, не для всех так, но во всяком случае понятно, что бездетность – это такая позорная ситуация, которую и сегодня, наверное, многие хотели бы избежать. В общем, дальше резюме в любом случае простое. «Берегите дух ваш, жене юности твоей не изменяй. Не терплю разводов, говорит Господь Бог Израилев». И вот, казалось бы, нет, что ли, посерьезнее преступлений, чем обличать разводы и неверность жене. Ну, конечно, заповедь об этом есть, но все равно обычно все-таки пророки обличают там идолопоклонство, убийство, насилие. Наверное, просто нет нужды повторять еще раз. И вот здесь тоже огромный такой шаг Нагорной проповеди с ее призывом не смотреть на другую женщину с вожделением, что уже есть прелюбодеяние, а быть верным той единственной супруге, которая у тебя есть. И вот это здесь звучит все-таки впервые, может быть, с такой ясностью во всем Ветхом Завете, вот отдельно выделенное. Не в качестве какого-то упрека кому-то конкретно, там, Давид пошел, взял Версавию, чужую жену. А вот здесь уже ясный стандарт единобожия и единобрачия, как связанные между собой вещи для всех, еще в Ветхом Завете. «Итак, поверх одежды облекаются в насилие, говорит Господь воинств». Причем здесь насилие? Но дело в том, что вот подобные вещи очень часто связаны с насилием и домашним, и семейным, и насилием между мужчинами, которые делят женщин. Вот это все довольно близко. «Берегите дух ваш, не изменяйте. Изнуряйте Господа своими словами и спрашивайте, чем мы изнуряем Его? Тем, что говорите, благосклонно взирает Господь на всякого творящего зло, или где Бог правосудия?» То есть для Бога оскорбительно даже не только и не столько, что человек может творить грех, сколько вот это отношение
безразличие, это отношение, да, и какая разница, и так сойдет, ему это безразлично, да. Вот он начинает свою книгу «Малахия» с упрека: «Вы не принимаете моей любви», и здесь вторую главу он заканчивает этим упреком, что вы вообще всерьез меня не воспринимаете, дело даже уже не в любви, а вы вообще не считаете меня кем-то, кто способен оценить ваш поступок, как-то к нему отнестись, что-то сделать по этому поводу. Ну, а третью в следующий раз.